родиной Всемирного дня поцелуев по праву считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце 19 века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник, как одно из проявлений любви. Сегодня Всемирный день поцелуя. Вы вообще как будете отмечать его? Как нет. Праздновать? Нет, не будете? Нет. А почему так будет? Не знаю. Буду, может быть. Ребят, какой сегодня праздник? Кто не знает? Сегодня? Нет. Сегодня Всемирный день поцелуя. Вы как вообще будете отмечать его? Праздновать с кем-то? Не знаю, может быть. Есть только в щечку. Не с кем его отмечать. А почему так плохо? Разогнала всех. В конце 20 века из-за любви к поцелуям праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного. Ученые утверждают, что во время поцелуя в организме человека вырабатываются гормоны счастья. Считается, что любители целоваться меньше страдают от стресса и болезней. Так что целуйтесь на здоровье.